Если ты играешь не только в Майнкрафт, то у меня есть отличная новость. Мне подсказали один способ, как получить кучу игр на халяву, то есть реально бесплатно. Нужно всего лишь зайти в паблик ВК VTF Case и написать сообщение сообществу «Бот, дай ключ». И все, игра в кармане. И что самое приятное, что тут легко можно получить топ-игруху типа CSGO или PUBG. Плюс они каждый час выкладывают рандомный ключ на стену. Короче, вообще изи. Топовый паблик, ссылка на него в описании. И всем здорово, ребят, с вами Мистик и Лагерфейс. Всем привет, чувак, ты стоишь на голубом квадратике, это я всегда знал, что ты из таких. Это синий, во-первых, квадратик, во-вторых, давай-ка я тебе расскажу, что у нас сегодня за карта будет, потому что лагерь сам не знает, что это за карта, да. Это для него сюрприз. Первый раз вижу, кстати, ребят, да, вот это да. Кстати, а что это я в креативе, погоди. Гейм-мод, нужно срочно исправлять эту ситуацию, гейм-мод 0. Ух, вот теперь ты на голубом, все как надо. Успокойся. Смотри, карта называется Rage Quit, ты знаешь, что такое Rage Quit? Нет. Ну, типа, короче, тебя бомбит, и ты выходишь из игры, типа, удаляешь там CS-ку, Dota, понял? А-а-а, меня да, от тебя! Да, то, что ты обычно делаешь, это Rage Quit называется. И в этом будет суть карты, потому что у нас здесь будет 18 испытаний. Как я понял, они все насчет паркура идут, и мы здесь можем проверить, насколько мы крутые с тобой в паркуре. Так что пошли посмотрим наше первое испытание. Погоди, парень, то есть у нас будет гореть? Да, говорят, что первое испытание просто нереально, его невозможно пройти вообще никому. Поэтому попробуем, если мы пройдем, вы нам лайк поставите. Мы прошли. Это Лагерь, тебе понравилось испытание? Яр! Я понимаю, оно очень сложное. Яр! Господи, погоди меня, я да не прошел. Я так и знал, что ты не сможешь пройти. Давай, если что, я тебе тпшну. Ты попробуй сам. Ну, ты молодец, слушай. Это было просто. А когда ты научился так прыгать? Я просто нажал на пробел. А, блин, ладно, хорошо, нужно будет попробовать в следующий раз. И переходим ко второму испытанию. Что у нас здесь-то, а? Ого! Слушай, нифига себе, тут уже два блока. Все еще пробел все еще работает, погоди. Так, окей, это хорошо, мы с тобой прошли два испытания из 18, может нам остановиться на этом? Нет, давай джекпот давай. Три испытания! Слушай, мне нравится эта карта. Мне очень нравится эта карта, потому что здесь все. Ты что хочешь сделать? Ты меня видишь? Да. А так? А ты меня? Ярик, ты где? Давай, проходи. Я иду тебя искать. Четвертое испытание. О, смотри, тут 4 блока не хватает. Вот тут нам прям нужно будет прыгать. О, с первого раза, слушай. Да чё, это ж было изи. Прям с самого конца нужно прыгнуть. Чёрт. Яр, я проиграл. Чё говоришь, изи? Поставь difficulty 0, потому что у меня заканчивается еда. Difficulty 0. Яр, у меня проблемы. Все готово. Ну давай еще раз попробуй. Так, погоди. Это я все-таки супер просто. Сейчас разбег возьму. Офигеть, ладно, лагерь у нас справился тоже с четвертым испытанием, пошли на пятое, тут, наверное, уже какая-то жесть будет. О! Тут 5 блоков, что ли, хватать не будет, что? Нет, тут... Тут, кстати, даже такая фигня, которую я с первого раза не смог пройти. Ах ты... Кис-кис-кис-кис-кис. Хитрый лагерь, прошел первее меня, ну нет, хорош меня. Нет, ты должен упасть, пожалуйста, пожалуйста, это миллион просмотров, вернись. Ладно. Только ради миллиона просмотров. Ну ты можешь сильнее меня пихать. Спасибо, Яр. Фух. Ну ты гарантируешь, да, что... Да, прям миллион просмотров когда-нибудь. Ладно. Окей. Все, не горячись. Меня так не перебрать. Шестой уровень. Слушай, мы с тобой уже большую... Полкарты, слушай, прошли. Треть целую. Ну-ка, здесь теперь два блока так нужно перепрыгнуть. What the fuck? А, нет. Нужно прям в самый конец прыгнуть. В самом конце. Я понял, это было изи, оказывается, тоже. Это было бы изи, если бы не я. Да что за... What the fuck, погоди. Оу, Ярик. Единственный раз, когда я смог перепрыгнуть, ты меня тогда оттолкнул. К ноге, Ярик, к ноге. Да погоди, я ж проходил ее. Вот, все. Ой, ладно. Ладно, уговорил. Окей, что там дальше интересно? Седьмой уровень, лагерь. Нам еще два, и мы уже половину карты с тобой пройдем. А тут прям нужно уже с ускорением. Тут без ускорения, наверное, не получится. Нифига ты разбег взял. Так, погоди. Ну-ка, я тоже такой попробую. О, получилось! Я зрозумев, что треба робить. Что, ну давай теперь, кыс-кыс-кыс, лагерь. Нет, подожди, это тебе не идет. Кыс-кыс-кыс. Меня гравитация сработала. Ты понимаешь, ты перепрыгивал. Гравитация сработала, Ярик.
О, нормально, ладно, прошел. Мне ж не тяжело, я ж профессионал, ПВД. Ну да, 8 испытаний мы с тобой прошли, а вот оно, 9-е. Или это 8-й, погоди. Я не умею считать. У меня 1, 2, 3, 4, 8, 15, 23, 42. Ну, короче, вроде как пока что легкие еще уровни, но просто я возродился в конце карты, и я посмотрел на последний уровень, и я вам хочу сказать, что... Но он вообще не проходим. Его нереально пройти. Могу проходить эти испытания, даже не отпуская ускорение. Ну-ка, давай. Я тоже. Блин, оно у меня само автоматически отпустилось. Ладно, здесь пришлось постараться. Это такое же испытание, слушай, нет? Ну что же... Нет, теперь чуть больше блоков, да, в длину получилось? Я не знаю, я забыл прыгнуть. Ну, такая бывает. Не, ну что, бывает, в принципе... Сколько, 7 лет на ютубе прохождешь карты. Слушай, и забыл нажать на пробел. Подожди, у меня просто пробел платный. Да, серьезно? Я все это время вот ни разу еще не прыгнул. Ну. Вот, совсем другое дело. Вот разок прыгнул, понимаешь? Вот я просто хочу создатель карты, чтобы если он вдруг будет смотреть, что типа какой-то лошок, а он потом типа переведет, а на самом деле я пробел не нажимал, как и сейчас. Че? Да. У, нифига себе. Слушай, а здесь сложновато уже будет, мне кажется. Нет, я типа, прыгнул! Если ты прям с самого конца прыгнешь и головой не ударишься, то, возможно, конечно, ты сразу же допрыгнешь. Да мне бы, подожди, просто бы прыгать бесплатно, типа. Не, погоди, ты хотя бы головой не бьешься, это уже хорошо. Чё за... Да погоди. Ну, Дурилова, слушай. Да не, все нормально. Конкретно на Дурилова, ребята. Да прыгнуть не могу. Мы здесь не сможем спрятать. Мне кажется, я даже без этой штуки сверху не смогу допрыгнуть. Да я тоже, типа, не особо могу допрыгнуть без этой штуки сверху. Я сейчас даже не прыгнул. What the fuck? Ой, лагерь, я случайно через твою одежду посмотрел на твои зелененькие труселя. Извини. Подожди. Я не специально. Мне 18+ сейчас поставят. Подожди. Мне кажется, да, нужно немного налегке сыграть, да? Ой, стоп, а где это? Погоди, настройки, внешний вид. Левый рукав выключить, кортка выключить. Ой, я левую руку сделал, лагерь. Я тоже, извините. Погоди, был, ладно. Что я сделал, погоди? Внешний вид, так. Все, правая рука. Так, ладно, это не проще. Я наполовину голый только, лагерь. Да ты у меня вообще всегда Стив, понимаешь? Все, я у тебя Стив? Да, ты у меня Стив, не старайся. Если ты пытался раздеться ради меня, то ладно. Я просто пофантазирую. Ты понимаешь, что мы с тобой вдвоем сейчас... Во-первых, погоди-ка, поговори. Что такое? А у меня микрофон не работает. В смысле, я у тебя не работаю или ты у меня не работаешь? Я у себя не работаю. Неплохо, ладно, окей, тогда сейчас техническая пауза. Я тут. Что? Я тут, я с этой стороны. Ну я вижу, а как ты это сделал? Я, короче, пока чинил звук, лагерь каким-то образом допрыгнул. Вот честно, вот положа руку на мой большое сердце, я допрыгнул сам. Ё-моё. Яр. Не, вот серьезно, ребят, смотрите, никаких геймодов у нас тут... ну у меня на режим выживания это в самом начале было. Да, перед тем, как я ещё это было давно, так что все. Да как ты это делаешь? У меня жопа слишком большая, мне кажется, для этого испытания, ты понимаешь? Не, лагерь. Ярик, смотри на мой попец! Я не могу, из-за этого, мне кажется, еще сложнее прыгать стало. Потому что я теперь не хочу на ту сторону, там ты голый ходишь. А ты должен... Смотри. Ой, я допрыгнул! Оу, детка. Офигеть, все, пошли на следующее испытание. Какая же сейчас здесь жопа будет, наверное. Яр, я не могу зайти! Нет, подожди, я могу или нет. Все, я зашел. Ты в другую сторону не можешь зайти. Все, убедил. Так, что там? Тут смотри. Вот сейчас, наверное, начинается одно из самых для меня сложных испытаний. Яр, я прошел. Уверен, что я не смогу... Черт, че ж ты такой головастенький-то попался? Пошли обратно. Думаешь, такой хитрый, да? Думал, да, на самом деле. Давай, ой, здесь надо стрейфить. Голый, пацан. Как ты... Как это делается вообще? Я не понимаю этот прикол. Это называется стрейф. Как это работает? Ну как это должно? Я вперед не нужно отжимать или нет? Я не знаю. Ну ты отжимаешь вперед или нет? Я не знаю. Яр, как это пройти? Подожди, да ты только что прошел. Я случайно, извини. Я просто бегаю. Ты уже там, что ли? Нет, я просто за тобой бегаю, если что. Черт, я не вижу тебя вообще. О, я прошел. Ладно, тогда я пройду тоже. Ну ты козел. То я просто за тобой бегал. Ой,
Ну-ка, давай. Посмотрим, насколько ты герой у нас, ну-ка. Черт. Ну и что, как? Слушай. Не получается, да? Я, а прикинь, там дальше будет уже два блока. Нам нужно будет целых два блока перепрыгнуть. Так подожди, я не совсем в курсе, как один перепрыгнуть. У тебя есть идеи? Ты вперед не отжимай. А что значит вперед не отжимай? Что такое вперед? Ну вот, видишь, я только что обратно перепрыгнул зачем-то. Нет, не вижу. Блин, зачем я это сделал? То есть, погоди, то есть ты прошел, я прошел, потом и этот... Мы оба вернулись обратно. Еее, так и надо. Отлично. И ты, козлина, прошел. Ну, я тоже прошел. Я, смотри, ты тоже. Тогда ты тоже козлина. Ну, мы оба козлы с тобой. Маслина. Ну-ка. О, офигеть. Вот тут прям вообще жесть. Это нереально, мне кажется. По крайней мере, для меня это нереально. Чувак. Я вообще не представляю, это реально. Как это нужно. Только проходить. Надо разбег набрать побольше. Смотри. Да, это нереально. Убедил прям. Прям. Кстати, ребят, смотрите, мы, короче, наверное, так с вами договоримся сейчас. Мы не хотим, чтобы это видео сильно затягивалось, там, на полчаса или, там, еще больше, да, чтобы... Это вообще тем более не делить эту карту на два выпуска. Мы, если будут какие-то суперсложные испытания, мы их будем пропускать с помощью гейммода, как вы любите называть, точнее, мы любим называть небесная сила. Это не гейммод, это небесная сила. Это ты гейммод. Это совсем другое дело, и это можно, это не калорийно, это можно даже при диете использовать. Ладно. Небесная сила. Ладно. Не, хорошо, убедил. Но давай еще по 500 раз попробуем это испытание. Да, еще по 500 попыток у нас есть с тобой. Давай же, жги лагерь, я верю в тебя. Так, мы погоди. С тобой столько сейчас калорий сожгем, ты не представляешь. Ну, если, уже... блин, короче, тут все изич. Главное, чтобы на следующем этом не было три блока, потому что если там будет три блока... Чувак, там будет три блока. Нет, если там будет три блока... Я уверен, что там будет три блока, потому что... В испытании, которое, по-моему, уже после того, как ты карту пройдешь, там будет ТПшка, там, по-моему, будет 6 блоков. Я не понимаю, то есть я посмотрел, там нереально пройти. Подожди, там стой. Просто нереально. Нет, пройти. Ну тут реально вполне, типа, тут, тут ты, да. ты просто с конца тут должен может. Прыгнуть, с моего ты, и тогда прыгнуть уже. Тут просто, да, нужно с самого-самого вот конца прыгнуть, и должно получиться! Но нет. Это, да я вообще понимаю. Я вообще прыгать забываю. Нет, подожди, стой. Нет, мне кажется, что нам надо... Ладно, Яр, я тебя разрешаю, черт с тобой. Ладно, лети, 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 мой воробушек. Ну дай еще одну попытку сейчас, и все. Последняя попытка, ребята, мы перейдем с вами к следующему уровню. Кстати, можно глянуть, что там за следующий уровень? Нет, нельзя. Будет ли там или нет? Там, чувак, три блока. Ясно. Что, мы его автоматически пройдем с тобой с геймодом? Так, подожди, стой. Ну, типа, должна же быть какая-то логика в этом. Я не знаю, по-моему, ее нету. Типа, нет, ну... Не, ну как это пройти? Нет. Я прошел. Нет, я понимаю, что ты мега красивый, нет, хлопчик, но... Я тоже, я не понимаю просто, вот как такое испытание проходить. Я, точнее, ребят, нет, я понимаю, но у меня не получается. Ребят, пишите быстро, вот нет. Ладно, окей, два блока, типа, допрыгнуть, ну, вполне реально, я представляю, что нет. Но, типа, там, ладно, окей, давай это пройдем. И там, если уже и будет посмотрим, реально... вот просто, когда три таких блока, там я просто не представляю я даже, как там можно допрыгнуть. Я почти допрыгнул. Я тоже, я причем несколько раз подряд практически допрыгнул уже. Я чувствую, ладно, что я даже сейчас пройду его. Сейчас последняя попыточка. Ладно, нет. Ну, я думаю, еще мне попыток 10, и я, наверное, прошел бы. Так, подожди. Я уже приноровился немножечко. Окей, к этому испытанию. Ну, если... Здесь три блока, да? Да, здесь три блока, смотри. Ух ты ж, мама. Вообще, в принципе, можно было бы, типа, прыгать, и ты меня бил по жопе, может быть, когда-нибудь бы я наверх запрыгнул бы. Нет. Но это совсем другая история. Ты просто посмотри, тут нереально. Ну вот, ребятки, теперь вы в комментариях просто напишите, реально ли... Вот два блока хорошо, два блока реально. Реально ли пройти три блока? Если кто-нибудь вот прям допрыгает три блока, прям запишите это на видео и прям скиньте нам в группу вот в предложку и типа... Да, мы опубликуем, мы вам и лайк на ютубе поставим, но по-моему это нереально. Да, мне вот давайте... интересно даже посмотреть, какие там дальше уровни. Да. Ой, там дальше жопа. Я иду. Ты не представляешь, я уже понял, что там дальше. Нам придется совмещать несколько разных этих... испытаний наших, смотри. А, ну ладно, нет, ну здесь типа еще будет, наверное, более-менее реально, но... Ну, давай. Ну, мне кажется, на это ребятки, нужно потратить прям очень много попыток. Вот мы вам разрешаем записать вот эти три блока, и если кто пропрыгает три, то прям вот вообще Лукас да, от нас получите, понимаете? Да, не обязательно вам даже проходить на этой карте. То есть вы, просто в принципе, можете у себя, сами там. Построить, да, у себя, и попробовать так перепрыгнуть. То есть три блока просто. Как ты, зачем ты... Я гемот, кстати, должен отключить, наверное.
Как ты прошел то испытание? Можешь не отключать, здесь снова два блока, короче, мы там два блока не пропрыгали, а тут еще два блока с препятствием сверху. Типа. Но, может быть, нам сейчас с тобой повезет каким-то образом. Нет! Я это уже понял. Че, как это сложно? Это просто это... О, нифига себе. Слушай, я практически допрыгнул, я прям был очень близок. Давай. Типа, два блока, я думаю, мы если потренируемся, мы сможем пройти. Не, ну два блока, да, типа, там я уже чувствую, как почти долетаю, такое чувство. Даже здесь, в принципе, это реально, но вот три блока, это я просто себе даже не представляю. Ау. Нету ни малейшей идеи, как это можно пройти. Да. Опять. Пошли дальше, лагерь. Полетел! Хочешь узнать, что там дальше? Ну, там три блока, это слишком... The quad nail, it's possible. Tipped. Strafe, don't move your mouse much. Это strafe. Не двигайте сильно своей мышкой. Понял? Нет. А ты? То есть, походу, в этих испытаниях не надо двигать мышкой. А как тогда? Ты понимаешь, как это? Нет, вообще, вот прям. Сколько здесь блоков, говоришь? Четыре! Мы просто, наверное, четыре блока не перепрыгнем. Нет, просто четыре блока мы перепрыгиваем. Но чтоб так... Это да. Теперь попробуйте не три блока перепрыгнуть, наверное, а четыре. Да, вот сразу, вот записывайте одно и то же видео, да? Типа, ну... Я уже начинаю понимать, что, в принципе, три — это реально. Судя по тому, что здесь четыре реально. Но если вы даже три запишете, это будет очень круто. Не, ну, типа, если верить этой табличке, то написано, что, типа, здесь все реально. Кис. Да, что-то, правда, не так все у нас получается. Ну, ладно. Ты смотри, что дальше. The final jump, the head hider, trippy neo, it is possible, говорит опять. Mm-hmm. То есть все вот это у нас реально. Mm-hmm. А вот теперь смотри, пошли со мной еще кое-куда, и я тебе покажу следующее испытание. Не взрывай сначала, смотри. Беги за мной. Так, окей. Что вот тут? Это то, что просто нереально сделать. Стой, подожди, а что здесь? Form up creators, ага. Просто посмотри на вот это. Как вот это дерьмо можно перепрыгнуть? Знаете, ходят легенды, что один монах не двигался 15 лет, чтобы пройти это испытание. Но после того, как он начал его проходить, ему сломало ноги, и он не прошел. Изи, лагер, как ты его прошел? Какое же легкое испытание. Ума не приложу, мне кажется, это было непросто, но я справился. Яр, лови кокаиновую дорожку синти. Я предлагаю с тобой взорвать прям вот самые-самые-самые злые испытания. Вы знаете, что мы взрываем карты любя. То есть эта карта, в принципе, прикольная. Отличная карта, если бы еще прыгать не надо было, просто великолепная карта была бы. Если бы мы были бы более профессионалами в паркуре, я думаю, мы бы ее, скорее всего, прошли. Но это как раз-таки челлендж для вас, потому что... Но если давай, вы сможете пройти, я, вы просто слушай, крутые, ребят. А давай оставим ссылку на эту карту ребятам в описании. Как ты думаешь? И пускай они попробуют пройти, да? Да, вот прям можете даже записать вот этот вот там, где три блока надо, там, где четыре блока надо перепрыгнуть. Да, все, что вот эти сложные, которые мы не прошли, если вы их пройдете, запишите. Мы лайкнем и посмотрим. Прям сами рот так откроем, знаете, типа. Офигеем, потому что, ну, для нас это, по крайней мере, пока что это нереально практически. Да, может, давай ты в одну сторону, я в другую. Черт, я не успею! Яр, быстрее, дружище, давай, она идет, я Яр! Взрывная волна идет, Яр, смотри, уже она началось, уже... началось, что ли? Да, она двигается, Яр, она раздвоилась, Яр, она идет за тобой. Дружище, нет! Я уже вижу, как она приближается, Яр! Ты должен успеть. Что быстрее будет? Я по кругу иду, смотри. Ты, кстати, быстрее. Ты гораздо быстрее. Ну да, потому что она сейчас помедленнее начала. Она, да, она яркая. А смотри, я тут вот так вот сделаю сейчас ей небольшой плюсик, чтобы она немного ускорилась. Яра, она идет. Яра, она идет. Да, смотри. Яра, она уже близко идет. Уходи в сторону. Все, друг, ухожу. Друг, в сторону уходи. Яр, она идет. Яр, она близко, она ушла туда и сюда с тобой. Офигеть, оно прям начинает очень быстро взрывать. Яр, оно за тобой, блин, дружище, беги. Не, все, оно опять начинает медленно. Дружище, беги. Я опять отрываюсь. Смотри, как я хитро сделал. Что ты натворил? Друг! Ладно. Друг, ты не успел. Моя змейка закончилась. Да. В общем, ребят, я надеюсь, что вам понравился этот видосик. Он был очень долгий по сравнению с всеми нашими предыдущими роликами. Я надеюсь, жирный, что вы это оцените. Поставите нам жирный лайк, как мы с лагером. Да, ты тоже жирненький. Подпишитесь на наши каналы, если вы впервые. Я худею. Нет, ты тоже жирненький. Мы, кстати, оба жирненькие, ребят. Вообще-то, смотри, у меня вообще даже сосков нет. Ни жира, ничего. Это странно. Я один сплошной...
Один сплошной кубик пресса, понимаешь? Короче, Ярик тоже жирный, как и я. Ну что ж, ребят, на этом все. Мы прошли, нет, эту карту. Ставьте колокольчики, подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки. Я с вами был Мистик Лагер. Всем удачи, до встречи, пока! Пока! Понравилось видео? Ставь лайки, подписывайся на канал. Не забудь жмякнуть на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока!